решил не испытывать судьбу и просто забрал весь куш. В поисках быстрых денег 31-летний луганчанин решил ограбить пункт гослотереи. Попав туда с самого утра под видом покупателя, злоумышленник распылил в сторону продавщицы газовый баллончик, а затем уволок женщину в туалет. Грабитель забрал из кассы больше 40 тысяч гривен и скрылся, прихватив с рабочего стола смартфон потерпевшей. 8:20 я зашел в МСЛ и пшикнул кассирше в глаза и забрал кассу. После этого я запер ее в уборной, закрыл и ушел. И забрал еще телефон. И потом я пошел на привоз, продал телефон и потом пошел к себе в хостел, где потом был задержан сотрудниками полиции. Задержали преступника в хостеле на Старосиной площади. У него изъяли часть денег и пистолет неизвестного происхождения. За совершенное мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Наразі правопорушника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії кваліфіковані в статті 187 Кримінального кодексу України.